Почти 1,5 миллиарда рублей составил профицит областного бюджета за 9 месяцев, то есть доходы превысили расходы. Доходы бюджета составили 48 миллиардов рублей, расходы – более 46,5. Главный источник доходов – платежи по налогу на прибыль – составили более 109% к годовому плану. Лучшую динамику показали судостроительная, целлюлозно-бумажная промышленности и рыболовство. Не отстают плательщики акцизов на нефтепродукты и налога на имущество. Сборов от добычи алмазов получено более 1 миллиард рублей. Государственный долг по 9 месяцам составил 29,3 миллиардов рублей. По сравнению с началом года он уменьшился на 3,4 миллиарда. Что касается расходов, 68% пришлось на социальную и культурную сферы.